Вот сижу, Бог просто побуждает сказать. Во-первых, действительно, в нашей церкви настолько мы все живые. Наша церковь настолько живи. Субтитры. Да, да, да. Но самое прекрасное, что каждый из нас, вот каждый, вот кто, каждый свой вклад делает. То есть всем, чем мы, нас Бог одаряет, мы делаем свой вклад. Ну и всякий день у нас справит нечто свое, имя некого роля. Мы вообще прекрасный субботник, для меня это было вообще такое, для нас Маша, откровение. Всички почистих мы только в церкви. Мы, этот, в общем, когда... Ну, когда мы были в Украине, то для того, чтобы вот мы в своей церкви там сделать уборку, это надо прям вот очень редко кто побуждался. А здесь и все, с маленькими детьми, и с опью ребенка, и все равно сидят, стоят. Тогава никакой починец я не согласявал, убачи тук, в Варна, почти всички устанаха след служба и помогнаха. Не успели прийти с крайнего, уже шаббат. Тут ну, праздник такой. Шаббат организируя хората. И несмотря крайнего. На то, что добраться еще сюда с крайнего надо. И че треба още и вечером добраться назад. До крайнего, это если вообще не проблема. Для, в первую очередь, мы все делаем это для Бога. И не висичка, твагу правим за Господ. Аминь. Аминь. Спасибо.